Это молодые зелемецкие приехали в Шепелево забирать тренировки дочку Марину, младшую внучку Марину. Внука младшего Ярослава Сладоксона Шепелевской бухты берегу. И, наверное, видит он во сне ее. И на мысу маяк. А я все найти подход к людям не могу. Пословицу понять, когда в хвосте начало, то в голове мочало. Не могу помочь я им никак. Значит, плохо стараюсь. Сам виноват. Но не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет.